Минувшее заседание ректората выделяется из общего ряда тем, что в нем принял участие руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов Интерфакса и Эхо Москвы» Алексей Чаплыгин. Автор одного из самых авторитетных российских табелей о ранге поделился некоторыми секретами формирования рейтингов. Также Алексей Чаплыгин затронул больную для многих тему – что нужно сделать, чтобы попасть в заветные топы. Что касается бренда университетов, то все-таки, мне кажется, наша оценка, она в большой степени, так скажем, расшифровывает и дополняет оценки международных рейтингов университетов. Дело в том, что вот даже наши замеры, такие сквозные замеры на массиве нескольких сотен университетов, показывают, что, невзирая на то, что очень хорошие появились англоязычные, там, китайязычные версии сайтов университетов, срабатывают они еще достаточно неважно. Другим немаловажным вопросом заседания стало место национального образования в университетской среде. Сегодня остро стоит вопрос соответствия реализуемых в КФУ образовательных программ федеральному законодательству. До его решения в ВУЗе появится Координационный совет по поликультурному образованию. В его задачи, кроме организационных вопросов, войдет и разработка подходов по изучению национальных и иностранных языков. Акцент при этом планирует сделать на изучение языка, культуры и истории татарского и других тюркских народов. Да, есть определенные сложности, к сожалению, не во всех институтах у нас ведется преподавание татарского языка. Есть еще ряд проблем, и в связи с этим, Ильшат Рафкатович, мы вносим предложение создать некий координационный совет по поликультурному образованию при нашем Казанском федеральном университете. Также в институте пройдет ряд структурных изменений, направленных на оптимизацию работы по изучению национальной компоненты. И одним из них станет появление в Институте филологии и межкультурной коммуникации Высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. Александр Александров, Руслан Уразаев, Андрей Багаудинов, Универньюз.